Третье разбойное нападение за истекший месяц. Почерк везде одинаков. Преступники забирают фуру, отвозят в безлюдное место, водителя убивают. Избавляются от свидетелей. Ну, на этот раз нам, можно сказать, повезло. Водитель Новиков тяжело ранен, сейчас в реанимации, но успел нам кое-что рассказать. Его установил патруль ДПС с 77-м регионом. Два инспектора. Затем подъехала вторая машина. Стрелял в Новикова один из инспекторов. Фуру не нашли? Нет. Номера могут быть поддельные, инспекторы ряженые. Водитель запомнил их внешность? Он сейчас в тяжелом состоянии, но есть надежда, что пойдет на поправку. А ряженые гайцы или нет, разбираться будем с вашей помощью, Олег Павлович. Данных для этого пока маловато. У меня вопрос к вашим местным гаишникам. Так точно. За последние два месяца в нашем районе стала появляться машина ДПС с московскими номерами. Но номера, к сожалению, никто не запомнил. Как планируете действовать? Предлагаю провести оперативно-розыскные мероприятия, задействовав план-перехват. Цель – полицейские машины из других регионов. Появятся ряженые, задержим на месте. Прочих подозрительных предъявим для опознания потерпевшему. Группу разбора, если нет возражений, возглавит представитель московского СБ подполковник Дегтев. Возражений нет, есть дополнение. В целях секретности предлагаю представить операцию как мероприятие по линии СБ с целью выявления незаконного использования служебного транспорта. Ну, чтобы не спугнуть бандитов. Согласен. И если это возможно, хотелось бы... Там как? Этот водитель совсем плох? Поговорить с ним не удастся? Ну, давайте попробуем. Не может он говорить. Вообще не может. Простите, мне передали, что он успел вам что-то еще рассказать. Да, успел. Я понимаю, вам не до этого, но, возможно, это поможет расследованию. Каждая мелочь может быть очень важной. Не знаю. Смотрите, они туда пошли. Кто? Ну, вон, двое ваших, туда, к нему пошли. К нему? А что же вы так волнуетесь? Ну, это же ваши полицейские в него стреляли, я же знаю. Это не установлено. Вдруг это они? Видите? Они не к нему. Вам незачем так волноваться. Ну как же так? Они же должны защищать. А они... Что ж это такое? Давайте я отвезу вас домой. У вас же ребенок дома. Да. Вы будьте сейчас с ним. Он вас нуждается, а потом с вами поговорим. Знаете, что он мне сказал? Что любит и всегда будет любить. Вот и все. Жалко, что вам это не поможет. Не верится мне, что это сотрудники, да еще московские. Местные тоже вряд ли, все на виду. Хотя, конечно, всякое может быть. Вам ли не знать? Бывает и похоже. Как теперь людям в глаза-то смотреть? Мы ж теперь для них все одним миром мазаны, и не докажешь ничего. Это уж точно. Конфетку хотите? Нет, Олег Павлович, я такие сладкие не люблю. Хотите мои попробуйте? С удовольствием. Действительно вкусно. Шансов у нас, конечно, немного. Системы в нападениях нет. Чего это там нашу фуру проверяют? Тормозни. Че везем? Коньяк. Хороший? Дагестанский, 5 звезд. Угостишь? Мужики, ну совесть надо иметь. Викентьев, какие вопросы к товарищу водителю? Товарищ майор, тут вот выскочил вдруг с проселочной. Решили проверить. Я же говорил, у меня в гремячке свояк. Заехал к нему на 2 часа. Ну а что тут такого? К тому же ваш меня уже проверяли. Ну и мы проверим. Тем более, что там никаких наших нет. А кому я тогда 3 бутылки коньяка отдал? Сам удивился, что они там делают. Сколько их? Какая машина? 2 на Форде. Номера запомнил? Номер?
Нет, но регион 77-й. Московские. Где тормознули? Там, километров в 3 от Гремячки. Надо брать быстро. Внимание всем экипажам. Задержать машину ДПС. 77-й регион. Предположительно направление. Гремячка, Мамоново, Пронск. И Гремячка, Покровская, 1. Как поняли, прием. Приезжали, товарищ майор. Может, раньше проскочили? Это навряд ли. Мы с постами связались, их никто не видел. У нас участок 90 километров. Нам по-хорошему надо машин в 3 раза больше. Кто же их даст-то? Ну, по шапке-то дадут. Не уследил, не успел. Больше оптимизма, Степан Петрович. Поднимайте записи со всех камер слежения от Гремячки до Москвы. Да это мы сделаем, Олег Павлович. Ну, номера-то не всегда разобрать можно. Да и какой толк, если они липовые? А если нет? Того хуже. Значит, менты не ряженые, а настоящие. Значит, так. Ну да, это их машина, инспектор Сомов и инспектор Бескровайный. Дата вчерашняя, время 15:55, трасса Дон, 186-й километр. Да нет, я это вижу. А в чем их подозревают? В использовании служебного транспорта в личных целях. Мы за это сами очень сильно и строго наказываем. Но смею вас уверить, что в этом случае сотрудники действовали в рамках закона. С вашего ведома? Понимаете, специфика нашей работы такова, что постоянно требуется сопровождать автобусы с детьми, опасные грузы. Должен предупредить вас, Николай Иванович, что любая ваша информация будет тщательно проверена. Поэтому еще раз спрашиваю. Вам известно, что делали ваши люди в области? Или мне у них поинтересоваться? Лучше у них. Извините. Ничего, ничего. Только ответ от вас я пока никак не услышу. Ну да, признаем. Допустили нарушение, готовы понести наказание. Обещаем, больше такое не повторится. Правильно говорю? Да. Мы вину не отрицаем. Маячок на машине отключали? Да, не хотели, чтобы начальство знало. Жаль, в итоге Николая Ивановича подвели все-таки. Да, он не знал ничего. А ездили сугубо по личным обстоятельствам. Стоп! Стоп, стоп. Как-то вы так бойко разогнались, я с вами не успеваю. Личные обстоятельства – вопрос такой деликатный. Давайте-ка с каждым по отдельности побеседуем. Вот вы. Сомов. Подождите пока в коридоре. Да, я выбрал. Бери второго. Заходи.
Я друзей никогда не сдавал и не собираюсь. Да молодец, ты проходи. Не, правда молодец. Слушай, а твой друг, он так же думает? Да мне по барабану, как он думает. Я же за себя сказал. Слушай, я хочу тебе рассказать, как работает мой шеф. Он выбирает из группы самое слабое звено, а потом колет его, как полено. Ну, это ж нормально. У вас же, у СБшников, работа такая. Людей на подлянке разводить. Чтоб сливали друг друга, крысятничали. Ну, всяко бывает, не без этого. Но ведь понимаешь, Вась, вот убийца, если его как-то по-человечески попросить, то он ведь не признается. Приходится жестко. А это мы, что ли, убийцы? Да не-не-не. Это я так просто к слову сказал. Ну, какие вы убийцы? Ну, вы же попались. Есть в чем признаться-то? Понять не имею. Слушай, вот зуб даю. Вот твой приятель сейчас уже во всем признается. Мой шеф, он как автомат Калашникова. Без осечек мочит. Анатолий, я только хочу сэкономить время на мамой. Вот сейчас я позвоню вашей сестре в Рязань, и, допустим, она подтвердит, что вы приезжали с другом. Потом начну задавать вопросы. Оба запутаетесь. Неправда сразу себя вылезет. Всегда так бывает. Не понимаю. Мы же признались, что мы по личным делам на служебном транспорте. Это я понял. Неужели вы думаете, что я тут с вами ради такой ерунды? Ничего себе ерунда. Нас уволить могут. Я знаю, что это была не ваша идея. Какая идея? Вы человек семейный, у вас жена. Детям сколько? 6 и 4 года. 2 пацана. Вот. Есть за кого отвечать. Это сумму утерять нечего. Я же вижу, как он вами помыкает. Никто мной не помыкает. Мы за все отвечаем вместе. Просто он постарше меня и поопытней. Может быть, это была ваша идея? О чем вы говорите? Ну, какая идея? Преступный умысел. Сейчас ваш друг тоже дает показания, и, скорее всего, он не захочет отвечать вместе с вами. Это почему? Потому что он старше и опытней. Наверняка знает, что первый, признавший вину, имеет шанс выкрутиться. Хорошо. Я признаюсь. Только это была не Сомова идея. Это мы вместе. Второй тоже признался? Да, как только понял, что его друг поплыл. Как думаешь, они не они? Не знаю, Виктор Федорович. Сейчас Каменев проверяет их показания. Ну, а чутье инквизиторское что подсказывает? Пока не уверен. Ну, признались они, что сопровождали клиента, коммерса, перевозившего в Рязань крупную сумму наличных. И раньше сопровождали грузы для той же фирмы. Это тоже нарушение. Но не убийство. Вижу, не хочется тебе, чтобы это были они. Не от моего желания зависит. Понятно. Им известно, в чем их подозревают? Нет. Мы якобы проверяем, был ли их начальник в курсе коммерческой деятельности. Законы или грузы сопровождали. Под этим предлогом предложили им пройти психофизиологическое исследование. Неприятная штука. Вам нравится ваша работа? Да. Вы довольны вашей зарплатой? Нет. У вас хорошие отношения с начальством? Да. Вы сопровождали груз с контрафактным и контрабандным товаром? Нет. Видел с их менеджером по перевозкам. Пока все подтверждается. Позавчера действительно Сомов и Бескровайнов сопровождали курьера с деньгами. А в день, когда напали на фуру Новикова, сопровождали груз из Воронежа. То есть у них алиби? Да, по одному из трех эпизодов. Игорь. Это надо перепроверить. Менеджер мог и лапши навешать. Могли договориться. Олег Павлович, мне показалось, ребята не врут. Мне тоже.
Главное, чтобы мы себя не обманывали. Ваш начальник знал о вашей коммерческой деятельности? Нет. Вы получали вознаграждение за вашу незаконную деятельность? Да. Анатолий Бескаравайн ваш лучший друг? Да. Вы принимали участие в разбойном нападении на водителя грузовика? Нет. Вот, все по постам, по машинам! Оба испытуемых проявили активное противодействие тестированию, применяя гипервентиляцию и мышечное напряжение. Эти попытки только подчеркнули их повышенную реакцию на вопросы, связанные с поездками в область, с разбойными нападениями и причастностью их начальства. Специалист считает, что однозначного вывода делать нельзя. Однако оба тестируемых определенно либо совершали преступные деяния, либо обладают соответствующей информацией. Все еще не уверен. Если это они, хорошо. Мы нашли убийц, если нет, еще лучше. Меньше позора на наши головы. А куда я Галю с детьми? Брошу? Я же не предлагаю бежать, тем более некуда. На нары неохота. Это вообще не вариант. Давай в машине поедим. Здесь поедим. В машине наверняка жучок уже. И пасут стопудово. Вот попали. Мне уже везде этот дегтев мерещится. Че ты нервничаешь все время? Че ты суетишься? Успокойся и ешь. Не факт, что они что-то докажут. Что они вообще знают, что ты? Может, еще на работе останемся. Серьезно? Угу. А знаешь, что мне Дегтев сказал после полиграфа? Что, мол, раненый водила очнется и опознает убийц. Вопрос времени. А если он не очнется? Олег Павлович, не откажите в любезности. Выпейте со старым полковником. А чего же не выпить с хорошим человеком? Конец рабочего дня. Спасибо. Уважили хорошим человеком. Так мы ведь работаем, Николай Иванович. Узнаем про людей не только плохое. Чего, было и хорошее. Было. Много узнали? Узнали, что Бескаравайны и Сомов попадали на вымогательстве. А вы их прикрывали не один раз. Да, это правда. Я о полиграфе узнал. Мне утром сообщили. Умная машинка. Умная. На вопрос, знал ли начальник о незаконной деятельности, ваши подопечные дружно соврали, не знал. 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 Но денег не брал. Вы, конечно, не поверите. Но то, что Толя Бескаравайный, мой племянник, вы знаете. В эту фирму-то я сам их устроил. Хотел, чтобы парень подработал. И потом, чтобы через своего дружка Василия в беду не попал. Дружок-то от него никуда не делся. Так вот в том-то и дело. Вася Сомов. Вот ему нужно подать все и сразу. Они ведь друзья со школы еще. Честно говоря, я ничего предосудительного не вижу в том, что они подрабатывали, ну, помогли фермачам. Ну, всем ведь хорошо, никому беды от этого никакой. Я не спорю, может быть, вы и правы. Но есть данные, что за последние 2 месяца у этой парочки завелись деньжата. Не верится, что за сопровождение грузов столько платят. Вы что-то еще знаете? Да нет, я вас хочу просто спросить. Что, действительно они этого водителя на дороге
Думаете, они на это способны? Ничего не знаю. Ничего теперь не понимаю. Кто на что способен? Но не хотят они жить по закону. Не хотят и не могут. Он сегодня тебя из огня вытащит, а завтра тебя же за копейку удавит. Я ведь когда узнал результаты этого полиграфа, я им сразу на месте все объяснил. Сказал, пишите заявление об уходе по собственному желанию. Ну, все в этой ситуации так поступают. Они уволились? Нет. Нет. Ну, а поскольку я за все отвечаю, увольняюсь я. Наглые ребята. И главное, говорят, Николай Иванович, если мы так сделаем, все узнают, что мы замараны. Ну, хотят доказать, что они чистенькие. Или то, что им море по колено. Формально-то они чистенькие. Доказательств никаких нет. А халтурили они на стороне, с вашего благословения. Да. Это так. Ну, поэтому я и гуляю. Все четыре. Выпьем за это. За вашу новую жизнь. Ну, не думал я, что вот так буду уходить. Ну, не думал. Ну, ведь ни пятнышка на биографии не было. Хороший коньяк. Мой любимый. Дагестанский. 5 звездочек. Извините. Точками пей. Сейчас скоро приедет. Ой, сыночек, что же теперь будет? Да ничего не будет, ошибка это. Чего они ищут? Ты ничего не сделал? Мамочка, не нервничай, хорошо, пей. Это доктор. Скорой можно открыть? Спасибо. Сейчас посмотрим, где есть свободные места, и кто-то из родных с нами должен будет поехать. Мне маму нужно отвезти. Ее скорая забирает. Мы еще не закончили. Закончим, отвезем вас в больницу. Что у вас на меня есть? Полиграф? Да, мы знали об этих разбоях. Знали. Всю ночь с Толей просидели и проговорили. И думали, на нас вы повесите или не на нас. Мама здесь при чем? Мать ни при чем. Сын при чем? У водителя Новикова тоже есть мать, а еще жена и дети. Только сына, отца и мужа у них уже нет. Он умер сегодня ночью в больнице. Я его не знаю. Еще узнаешь. Жил, кстати, гораздо скромнее сержанта ДПС. А я хорошо живу, потому что хочу хорошо жить и имею право. А если кто-то не может денег заработать, так это не моя проблема. Знаешь что, Сомов, ты скоро будешь жить очень плохо. Это я тебе обеспечу. Из-за таких, как ты, стыдно людям в глаза смотреть. И форму носить стыдно. У твоего начальника хоть совести хватило рапорт подать. А мне не стыдно. Я никого не убивал.
Новиков был переведен из реанимации как раз накануне в понедельник. Последние ЭКГ и рентгенограммы никаких патологий не обнаружили. Легкие были чистые, ни газов, ни жидкостей. И вдруг скоропостижная смерть, отек легких. Окончательный результат может дать только химическая экспертиза, но, сами знаете, ждать придется недели три. Как долго. А сами вы ничего не можете утверждать? Думаю, что могу. Нет. Вы пригласили меня, потому что не доверяете местным специалистам? Если бы вы скрывали только взяточников, у меня было больше поводов вас увидеть, а так только чья-то смерть. Но я же не с обычной смертью имею дело. Как правило, с убийством. Идите сюда. Вот, смотрите. Внизу след от инъекции. Почти не видно. При первичном осмотре никто не заметил. Лекарство ему кололи внутримышечно. А это почерк опытного наркомана в бедренную вену. Новиков наркотики не употреблял, так что криминал налицо. Убийство? Да. Смерть наступила мгновенно, около 10 утра во вторник. Химия покажет, каким ядом его убили. Что ж получается, кто-то из персонала? Я пока вас ждала, кое-что выяснила. Как раз в это время в больницу приходили два сотрудника ДПС. Их пустили, так как раньше часто приезжали их коллеги, навещали сослуживца. К сослуживцу они так и не заходили. Зато были замечены на этаже, где палата Новикова. Анна, вы какая-то удивительная женщина. Мужчин говорят мне это постоянно. Потому что вы делаете за них всю работу. Ну а зачем же я, по-вашему, судмедэксперт? Мне тоже нравится раскрывать преступления. Покажите, кто видел их в лицо? Ну, конечно. Ну, эти гаишники прямо так и сказали. Мы Королеву в хирургию. Знали, какая палата. Они же постоянно приезжают. Те же приезжали? Нет, это в этот раз были какие-то новые лица. Эти лица? Нет, точно не эти. Вас вызовут следователи, постарайтесь точно описать внешность этих гаишников. Но я же ничего не могла сделать. Вы их 10 дней охраняли, а в понедельник охрану сняли. Вы ни в чем не виноваты. Два гаишника. Олег Павлович, вы знали Новикова? Можно сказать и так. А менеджер действительно кое о чем умолчал. В день разбоя наши гайцы сопровождали курьера с деньгами. Вернулись они с грузом, который по документам вообще никак не значился. Склад, куда его отгрузили, сейчас пуст. Я разговаривал одного из грузчиков. Он сказал, что ночью в спешном порядке груз куда-то вывезли. И это, когда начались допросы Сомова или Скоровайного. Видишь, как важно все проверять. Как всегда, право. Но ведь больницы были не они. Нет, они бы не рискнули. Чует, что под наблюдением. Да кто был в больнице? Кто-то еще. Покойный Новиков успел рассказать, что была вторая машина. У гаишников оборотней есть подельники. Нет, 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 простите, совсем так. Говори, говори. Они обсуждают ваши слова о том, что Новиков может очнуться и опознать убийцы. И через 3 дня убивают Новикова. Спокойно, спокойно, спокойно. Особенно ты, Олег Павлович. Что за личная неприязнь к подозреваемому? Нет никакой неприязни. Есть. А ты не лезь поперек старших. У нас классическая ситуация. Патовая, как говорит Олег Павлович. Знаем кто, не знаем как. Единственный свидетель убит. Прослушка и слежка результатов не дают. Злодеи затаились и не рыпаются. Значит. Значит, будем этого зверя из берлоги выманивать. На днях в Тульской области взяли банду. Тоже разбой на дорогах, убийство, полицейская форма. Пустим слух,
что все эпизоды на них повесили. Официально объявим, что с Сомова и Бескаравайного сняты все подозрения. Я лично принесу им извинения. Это вы гордые, а с меня корона не упадет. Пусть ребятки отпразднуют, успокоятся, погуляют. А мы пока следим, смотрим, слушаем. Да. Нормально насосались да отвалились. Слушай, ну рано еще. И вообще, давай не по телефону. Давай. Операция хитрая, но затратная. Долго держать группу не можем. Но как иначе, не знаю. Лишь бы выползли. Там разберемся. А ты пока отдохни пару дней. Вы серьезно? А то. На тебе он совсем лица нет. Но людей уж начал кидаться. Я как этой сволочи Сомову в глаза поглядел, меня как динамитом зарядили. Вот и разрядись. Сволочей на наш век еще хватит. Погуляй, отвлекись на что-нибудь хорошее. Олег Павлович, не ожидала. Вы мне так помогли в прошлый раз, что теперь без вашей помощи прям не знаю, что делать. К тому же врач посоветовал мне отвлечься. Был женат, недавно развелся, есть дочь. Катюша, очень ее люблю. Жену, наверное, тоже очень любили? Врать не буду, любил. Но уж очень мы с ней разные люди. Разные. Ну, это же хорошо. Может, еще вернетесь к жене? На допросах хоть называется провокация. Нет уж, помирить меня с бывшей у вас не получится. Представляю, сколько у вас здесь поклонников. Приходит унылый опер узнать про свой труп. Там его встречает такое солнышко. Да, приходят такие. Ухаживают. Ну, они все мальчики молодые. Надеюсь, я для вас достаточно старый. Олег Павлович, он здесь. Кто? Сомов. Мы следим сейчас за ним. А он за вами. Не понял. Сомов идет за вами. Где? А мы рядом. Так что, если что, можем подойти. Не надо, все будет нормально. Олег Павлович, вот так встреча. Добрый вечер, барышня. Добрый вечер. Это мой знакомый. Василий. Друг, можно сказать. Зря вот так. Даже ваше начальство передо мной извинилось. Я честный человек. Василий, я сейчас занят. Давайте поговорим с вами в другой раз. А, ну да, ну да. Понимаю. Неприятно, когда лезут в личную жизнь. Аня, мы с товарищем быстро поговорим. Давай отойдем, Василий. Ну а зачем же? Девушка молодая, выдержит. А вот матушка моя старенькая. По больничкам вся. Что ж ты, Вася, маму свою не жалел? Жалел. На лекарства заработал. Ну да, брал с некоторых, чтобы права не отобрали. Что ж, сажать теперь? Так он, может, на встречку не выскочит, а я родных накормил. Успокойся, мы с тобой сейчас это обсуждать не будем. Конечно, не будем, я ведь для вас не человек. Так, палочка, закрытое дело. Не хочешь быть палочкой, стань человеком, у тебя еще есть возможность. За 15 тысяч. Меняй работу? Я люблю эту работу и живу, как хочу. Вы тоже хапайте, и не меньше, просто вам... отмазаться проще. Ладно. Я этим летом, кстати, угонщика задержал. С риском для жизни. Это, Василий, твоя работа, которую ты любишь. Очень люблю. Все в порядке?
Да. Вот хотел отвлечься. Прости, Вов. Да. Да вроде нет. Может, в этот раз без нас? Хорошо, вечером подъеду, обсудим. Слушай, вы аванс не отработали. Не могу я и других людей привлекать. Как не понимаешь? Хорошо, я подъеду, вечером обсудим. Валико Аджиашвили, менеджер по перевозкам. Судим за мошенничество. Но это не значит, что они поедут. А куда они денутся? Мы 2 недели мобильную группу держали. Фуру гоняли туда-сюда. Но не дадут нам больше людей. Будет точная информация, тогда... Тогда будет поздно. Олег, ты, я смотрю, так и не остыл. Что, личных врагов себе нашел, что ли? Это и есть враги, Виктор Федорович. Хуже ряженых. Ряженые есть. Специально форму одели, чтобы безнаказанно грабить. Так, прослушка и наблюдение пока оставим. Сам договорюсь. Что у тебя? Тут такие интересные вещи происходят. Игорь, ты где? Они выезжают. Да, срочно к Вода Никитина и на трассу Дон. Жду на исходной. Наблюдение я снял, чтобы не спугнуть. Они уже на трассе, мы их опережаем на час, может, меньше. А мобильная группа где? Открепили с начала недели. Нет ни поддержки, ни фуры. Так, может быть, местных подключили? Никаких местных. Только мы трое. У нас один шанс, и все. Так. Значит, фуры должны идти с электроникой, правильно? Вот умница. Звоните диспетчерам, должен идти реальный груз. Ну и молитесь святому Архангелу Михаилу. По машинам! Слушай, а почему Михаил? Потому что он покровитель всех полицейских. Десантников и моряков. Да не трясись, Толян. Последний раз едем. Товар на подходе. Я не могу совершенно остаться с грузом. Вы предлагаете ерунду какую-то. Да никто не будет трогать твой груз, ты я понимаешь? Я не отдам свой груз, понимаешь? Я должен его довести до места, где взял, там и положил. Понимаешь? Вот начальство сейчас подъехало. Олег Павлович, фура то самое. Водил ни в какую. Не хочет доверять на груз. Надо что-то делать. Подполковник Дегтев, вы что, хотите с нами поехать? Я головой отвечаю за этот груз. Да ничего с твоим грузом не случится. Что там за техника? Компьютеры, принтеры. Нам подходит? То есть им подходит. Сейчас за ваши принтеры будут убивать. И ваши начальники наверняка позаботятся потом о вашей семье. Спасибо. Это правильное решение. Спасибо. Запомните, тормознут гаишники и не дергаться, пока себя не проедет. Как? Оружие покажут. Показать мало, должны приступить к разбою, угрозы и так далее. Ждем, когда нас будут убивать. А что делать? Только так можно брать с поличным.
Эх, жаль, что раньше не слышал. Про что? Да про Архангела Михаила. Где проехали? Точно московские? Номера другие, а морды те же? Ну, наконец-то! Олег Павлович. Блин. Сумов мне в лицо знает. Давай сюда, быстро. Понял. Поздно, не дергайся. Что такое? Поздно, Тигрю, сиди на месте. Это местный ДПС. Давайте мы посмотрим ваш груз. Да не могу, опечатан. Ну, в таком случае мы проедем на весовой контроль. Если вес не совпадает на килограмм больше или меньше, фуру будем очень долго досматривать. Распоряжение начальства. Извините, всех досматриваю. Ну что ж, у меня свое начальство есть. Мне позвонить надо. Давайте не будем тратить время, просто посмотрим груз. Черт. Номера-то московские. Давай, выходи. Поехали! Где весовой контроль? Сейчас мы тебя взвесим. Ух ты. Это ошибка, парни. Это ошибочка. Твою мать. Попали. 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 Я из СБ. Это место стена окружена ребятками спецназа. Так что, если рыбнетесь, будьте уничтожены. Я тебя замочу. Спокойно. Давай, выходи. Ну что, по-моему, они приступили к разбою. Чего? Вдохнуть и не дышать. Тихо, тихо, вниз, быстро, быстро. Братан! Их тут двое! Что делать будем? Женька у них. Разговаривать? Что же еще? Подумай. Подумай, Нерик. Сука! Подумай. Где тут твои пятнистые? Я никого не вижу. Давайте нашего человека, мы отдадим вашего. То есть ты нас всех отпускаешь? А вот мы вас вряд ли! Игорь, справа!
пистолет. Пусти его. Где тут твои пятнистые? Я никого не вижу. Валим отсюда! Патрульную машину ДПС, регистрационный номер Мария, 6577, 77 регион. Суки, обложили! Не скули! Будем пробиваться до последнего! Говори со мной. Я нормально, я в порядке. Этих двоих медсестра опознала как убийц Новикова. Этого взяли. Дал показания в больнице на Конищева. Майор отслеживал грузы, наводил бандитов и реализовывал товар в магазине своего Шурина. Сознательно использовал присутствие в районе Сомова и Бескаравайного, чтобы дезориентировать следствие. Подвела тебя интуиция? Подвела. А знаешь, что твои гаишники арестованы? Знаю. Сопровождали контрафактный товар. Поделки всякие, одежда, алкоголь. Надеюсь, учтут то, что они сделали. Ты про преступление или про подвиг? Сам не знаю, кто они, как и что у них в голове устроено, не понимаю. Уже не враги. А что там мудрить, Олег? За преступление тюрьма, за подвиг слава. Человек сам выбирает. Они выбрали и то, и другое. Сами выбрали, сами пусть и думают, кто они и что они. Не наше дело. За нас все решает закон. Вот так вот. Thank you.
Доган, ну что сказал врач? Что? Деньги еще не пришли. Не могу дозвониться. Отец умрет. Я ничего не успею сделать. На, Доган, возьми. Возьми, здесь 15 тысяч. Я попросила это у Таниного отца. Возьми. Возьми. Возьми, Доган. Спасибо, Зоя Васильевна. Таня, клянусь, я все верну. Но учти, я делаю это последний раз. Самое лучшее море там, где я еще не плавал. Самый лучший ребенок тот, который еще не вырос. Самые лучшие наши дни, которые я еще не прожил. Ибо, да. И прекраснейшие слов, что сказать я тебе хотел, то, что еще не сказал я. Вот скотина, вот с такими понтами он подкатывался. Танюша. Назим Хикмет? Нет. Его Калган или Долган его звали вот так. Автор стихов Назим Хикмет. Ага. Вон как. Турецкий поэт. Да, он знал, что делал. Турецкая, да и вообще восточная поэзия очень чувственна и романтична. Да? Правда? Какие чувства без тебя пробудет под лунный мир от края и до края. Но если и в раю тебя не будет, не нужно рая. Вот он ей это тоже прислал. Это султан Сулейман посвятил своей жене Роксолане. Алексей Романович, а вы сами не пытались навести справки насчет этого жениха? Ну... Я ведь давно уже с этой семьей не живу, поэтому они от меня все скрывали. Моя бывшая жена сказала мне, что Таня выходит замуж за какого-то очень богатого человека. Но поймите, не денег жалко. Ребенок до сих пор рыдает. Алексей Романович, вы не волнуйтесь, мы мошенников непременно поймаем. Конечно, у нас есть заявление по аналогичным эпизодам, так что эта парочка не раз отличилась. Ах, вот как? Ну что, предлагаю поручить это дело нашему новому, но очень опытному сотруднику Наталье Озерцовой. Тем более, что тема восточной эротики ей очень даже близка. Ты хоть знаешь, кто это такой? Это бывший армейский генерал Каратыгин, ныне глава Росевробанка и большой друг нашего начальства. Тогда лучше доверить дело проверенному сотруднику. Опять Ремезова? Ты хоть знаешь, как Озерцова работает? Да Ремезовой не снилось, как она работает в профессиональном смысле. Не было возможности убедиться. Что ты против нее имеешь? Вот появился новый сотрудник, сразу гнобить надо. Ну, она для меня темная лошадка. Да я же не давлю, проверь лошадку. Как раз, по-моему, темненький в твоем вкусе. Решите проверить на чем-нибудь попроще, а? Ради бога. Только учти, что этот турецкий Дон Жуан вместе с папочкой должны быть упакованы к концу месяца. И готовь деда Макеева к торжественным проводам. Thank you.
Максим Сергеевич? Я тебя, кстати, искал. Что с Краснопольцевым? Третий день засады в Марьино. Юрий Васильевич уже не выдерживает. Ладно. Отменяй засаду. Дохлое дело. Не придет так Краснопольцев. Но у меня есть идея, как его заманить. У меня есть идея поручить тебе более важное дело. А как же Краснопольцев? Ксения, ну сама подумай, кого интереснее ловить? Старого толстого или красивого молодого? Вы из этих соображений? Ксения, более важное дело. Я тебе доверяю. А ты как дурочка. Правда? Что-то как-то не верится. Простите, Максим Сергеевич, можно вас на минуту? Да, кстати, а вы знакомы? Ксения Ремзова, наша стажерка. Озерцова Наталья Андреевна. Да, новый сотрудник. Я слышала. Очень приятно. Так, можно вас на минуту? Да, конечно. Через час в столовую, я сейчас занят. Спасибо, я буду ждать. Поговори с потерпевшей, уточни детали. А в целом схема такая, работают два турка. Угу. Якобы отец и сын. Угу. Молодой знакомится с барышнями в кабаках, в клубах или в интернете. Угу. Богатый, веселый, шикарный. Так красиво ухаживал. Так весело. Все время такой подвижный, как будто музыка у него внутри. Танцевал бесподобно. Я думала, что он профи. На дискотеке мы с ним были. Он сам зажигал, да и всю толпу заводил. Таня, а вас не насторожило, что здесь лица не видно? Разве? Даже маму ничего не насторожило. Представляете, он ведь никогда не интересовался, какое у меня материальное положение. У меня ведь отец тоже состоятельный человек. Товарищ такой, своеобразный. Сразу посчитал все его расходы, а потом мне заявил, что, мол, твой Доган Калган потратил на тебя в 10 раз меньше, чем ты на него. А про отца его рассказать можете? Да. С папой он сразу решил познакомить. Это подкупило. И еще вся эта история с их мамой, как она умерла. У него же отец тоже состоятельный человек. У него в Анталии отель свой, транспортная компания. Маму мою, кстати, начал клеить. И вообще так конкретно. Я, правда, не знаю, было у них там что или нет. Но моя мама больше меня в шоке. Ну и как это произошло? Вечер тогда был душевный такой. Доган намекал, что у него для меня сюрприз. А тут накануне заявился к моей подруге и поинтересовался, какой у меня размер кольца. Понимаешь? Угу. Папа его тут размечтался как-то, что хочет свой бизнес внукам потом оставить. Как ты нашел ее, скажи мне? Но я признаюсь, что и я нашел, по-моему, свою судьбу в лице этой женщины. Дай мне свою руку, женщина. Соединим свои судьбы. Неожиданно Мурат схватился за сердце и рухнул на пол. Что случилось? Как? Что такое? Подождите! Что? Сделайте что? Скорую ждать не стали. Не надо никуда звонить. Найдите лекарство. Найдите лекарство. Доган сам его отвез. И потом в больнице уже мы встретились. К Мурату вроде как не пускали. Ну как? Аневризма сосудов. Операцию нужно делать уже завтра. Но не здесь. В Германии. Я позвонил друзьям в Турцию. Деньги мне пришлют. Хорошо. Подожди, а зачем тебе должны присылать? И он так похотя упомянул, что кредитками отца воспользоваться не может. А на своей осталось совсем чуть-чуть. Купил кое-что ценное для тебя. Тебе нужны деньги? Нет, что ты, все в порядке. Он ни разу не попросил о помощи. Мошенники так всегда и поступают. Жертва сама должна предложить деньги. Жертва и предложила. Утром уже выяснилось, что деньги от его друзей придут только через 2 дня. Оплатить операцию и перелет в Германию надо срочно.
Хотя бы половину. В общем, меня поддержала мама. И мы отдали ему 15 тысяч евро на 2 дня. Расписку не хотели брать. И после этого он исчез. Мой верный друг. Жизнь смысла не имеет. Любовь ушла. И нет былого лада. Так соловей в неволе петь не смеет, лишенный сада. Это его последний СМС. Доган любил читать стихи. Пап сказал, что это не его стихи, но он читал их как свои. Максим Сергеевич. Я знаю, Максим Сергеевич, мое появление в отделе для вас нежелательно. Ну что, нам как раз нужны опытные сотрудники. Еще взяли, что вы тут неугодны. Ну, я это вижу как опытный сотрудник. Я понимаю вашу позицию. Во-первых, я женщина. Ну, это я заметил. Спасибо. Во-вторых, вы думаете, что я перейду кому-нибудь из ваших дорогу. В-третьих, что я вообще не ваш человек. Ну, это так и есть. Нет. Поэтому я прошу передать дело турецкого жениха кому-нибудь другому. Это пожелание начальства. Ну, не ваше пожелание. Я права. Так что передайте Шарову, что я сама отказалась. Какая вы смелая. Только я это дело уже поручил другому сотруднику. Ремезовой? Видите, как я все правильно поняла? На удивление. А чтобы заслужить ваше доверие, я прошу дать мне любой тяжкий случай. Прям сразу тяжкий? А зубки не боитесь ломать? У меня зубки крепкие. Маме с папой спасибо. Ну, приятного аппетита. Макс. Пойдем. Слушай. Что это фулит-то? Опять по моей душе? Наталья? Да что ты, это просто новая штатная единица. Новая штатная единица? Ну, не знаю. У меня предчувствие. Опять устроит гонки на выживание. Или она, или я, да? Нет, никаких гонок не будет. Точно? Клянусь тебе, приложу все усилия, чтобы от тебя отстали. Здрасте. Нет, Максим Сергеевич, я не думаю, что он вернется в этот клуб еще раз. Но есть другие места, где девушки знакомятся с турками. Самое главное, там есть знатоки, которые хорошо ориентируются и многих знают. Кому помочь? Сегодня навряд ли, я думаю, она уже дома. Нет, она здесь. Я постараюсь, Максим Сергеевич. Привет. Еле тебя дождалась. А вы... Ты... Меня дожидались? Да. Нам надо все обсудить, чтобы вместе было легче работать. Что обсудить? Все. Я сторонник открытой дипломатии. Я считаю, что двум интересным женщинам на одной поляне не стоит враждовать. Я не враждую. Это у нас в крови. Мы все хотим мира и готовимся к войне. Я тебе не враг. Наоборот, давай будем дружить, поддерживать друг друга. Но сначала определим наши интересы. Это как? Ну, ты скажешь, что для тебя важно и что твое. И ты не будешь мне мешать? Наоборот, буду помогать. Например, тебе нужно это турецкое дело? Да. Для меня это шаг вперед. А я от него отказалась.
Хотя Шаров настаивал, но для тебя это важнее. Спасибо. А Максим Сергеевич, это тоже шаг вперед? В каком смысле? Ну, он тебя интересует? Подробности я не уточняю. Нет, нет, нет. Он женат. Что ты так заволновалась? У него очень красивая жена, он ее очень любит. Ну, значит, пусть она и переживает. А мы с тобой все разъяснили. Но ты не обозначила свой интерес. Я хочу занять свое место. Ты же понимаешь, как тяжело новенькой. Спасибо за понимание. Я тоже хочу как-то помочь. Тебе же поручили дело Краснопольцева. Там поможет только Господь Бог. Полная безнадега. Ну тогда считай, что Господь помогает новеньким в моем лице. Есть такой тип мошенников, для которых деньги вторичны, понимаешь? Главное, экстрим, азарт, жизнь на грани фола. Понимаешь, это образ жизни, ни тюрьма, ни страх Божий не остановит. Все понимают, каются, клянутся махерям, но жизнь не могут без того, как не развести лоха на бабки. Это страсть, ослепляющий рассудок, понимаешь? Желание прожить больше, чем одну жизнь. Ты чего? По-моему, ты такой же. Да что ты, я тихий домашний. Но этих шизиков я понимаю. Человеку нужны крылья, хотя бы черные. А моя страсть – их ловить. Кому-то надо кайф обломать. Mm-hmm. Страсть должна быть губительной. Ну да, точно. Васильич, ты чего на ночь-то глядит? Максим, ты Озерцову в Марину отправлял? Чушь какая-то. Эту засаду неделю назад сняли. Ну, я и так сказал. Она говорит, у нее данные, что Краснопольцев в адрес заявится рано утром. Ключи у меня взяла. Сказал, ты знаешь. Слушай, ну раз ты так беспокоишься, поддержи девушку. Ой, Максимушка, слушай, у меня что-то... Знаешь, слушай, дед, я все твои болячки знаю. Что мне с этой дурой делать? Эх. Ты понимаешь, обещал безмятежный вечер, а на работу срочно. Это твоя страсть. Это сильнее тебя. Так давай действуй. Ты святая. Ну, что есть, то есть. Я надеюсь, ты не Кремезова собрался? Да что ты. Мамой клянусь, нет. Допустим, пришел злодей, а это у вас вроде как засада. И что будете делать? Он на две головы выше вас. То есть, как вы? Только толще. Раза в два. Это что такое, Озерцо? Что за самодеятельность? Мне достаточно сил, чтобы справиться с одним мужчиной. Женщины не участвуют в засадах. Разве только что с тремя мужиками. Эротично. У меня третий дан по джиу-джитсу, Максим Сергеевич. Так что я любого молодого завалю, не то что старого. Не сомневаюсь. Кстати, хорошие духи. Спасибо. А почему решили, что старый здесь должен появиться? Я же эту засаду неделю назад отменил.
Краснопольцев снимал квартиры на месяц, сдавал на полгода, брал авансы. Ну и эту квартиру он снял для очередной своей аферы. Вот что выяснили ваши сотрудники, так? Ну, это не так мало. Но он никогда не появился бы здесь и не появится, пока не найдет клиента. Так вот, я нашла ему клиента. А он это знает? Я написала на всех сайтах, дала объявление. Ищу квартиру двухкомнатную в этом районе возле метро. Соответственно, плачу аванс за полгода вперед. Идеальный клиент. Ну и что, он клюнул? Позвонил около 11, встречу назначил на 7 утра. Ну, типа, квартира уйдет. Черт, ненавижу эти СМС. Так позвоните. Да она спит давно. Он 4 часа ночи. А у меня пальцы большие. Давайте я быстро наберу. Что там? Дорогая, любимая, скучаю? Да я уже отправил. Да, приятно ей будет проснуться в 4 утра от пиликания мобильного. У нас так принято. Уехал на ночь, должен ее успокоить. Бедные женщины, как мало им надо. Наталья, давайте телевизор выключим. А то с улицы видно, что в квартире кто-то есть. А почему вы так злитесь? Я не собиралась срывать ваш романтический вечер с супругом. У меня не так много таких вечеров. Да немного вы потеряли. Сидите тут в тепле, в уюте. Наедине с интересной женщиной. Не работа, а сказка. Ага. Еще свечи и шампанского. А что делать? Спать ложитесь, интересная женщина. Ой, не спится. Читать нечего. Интернета нет. Телевизор вы смотреть запрещаете. Давайте свет выключим, а? А то вдруг он раньше придет. Будет исполнено. Вы кто таким? Выключись. Да, да. Так, полицию вызывайте. Быстро вызывайте полицию. Полицию вызывайте! Сейчас. Вызову. Ага. Стоять! О. Макс, два браслета. Ага, сейчас, сейчас. Ну! Сейчас, сейчас, это да. Ксюшу с кем-нибудь? Маме. Но только мне нужен не какой-то парень, а у меня жесткий отбор. Ну, скажите, пожалуйста, красавчика мало? Мало. Я хочу, чтобы он разговаривал по-русски и по-английски. Не вопрос. И чтобы еще хорошо танцевал. Таких тоже полно. Ну, чтобы не Альфонс, не нищий, с хорошей семьи, со своим бизнесом. Ну, такого-то все хотят. И сейчас один как раз прожег тебе всю спину глазами. Какие глаза! Медленно, без резких движений. Ахмед? Здравствуй, Ксюша.
Да, я работаю в строительной фирме у отца. А ты, наверное, уже адвокат. Нет, я помощник. Удивительно, что ты меня вспомнил. Столько лет не виделись. Да, удивительно. Я то же самое хотел спросить про себя. Мы же с тобой виделись один вечер. Это была тусовка МГУ. И РУДН. И РУДН. Да. Мы танцевали с тобой, помнишь? А потом я тебя провожал. Там было много девушек и поинтереснее меня. Я помню только тебя. Странно. Да, странно. Мне сказали, что ты хочешь познакомиться с парнем из Турции. Нет. Они меня просто неправильно поняли. Я очень рада была тебя увидеть. Мне уже пора. Давай тебя отвезти. А ты где живешь? Я рядом в Шератоне. А тебя может подвезти мой водитель. Послушай, я действительно очень рад, что с тобой встретился. Это не просто так. Дома, в Стамбуле, я очень часто про тебя вспоминал. Так не бывает. Бывает. Помнишь, как поэт сказал? К тебе, родная, память льнет и рвется, но ей, увы, достичь не удается твоей далекой, дорогой страны. Слушай, а может, все невосточные мужики такие романтики? Да не он это, я знаю. И потерпевшие его не опознали. Просто обидно. Человек тебе красивые стихи читает, а ты в этот момент думаешь, не жулик ли он. Ну, я понимаю. У меня у самого однажды в жизни такой случай был. Серьезно? Серж, встретил я однажды женщину. Хорошую. И подозревал, что она мошенница, понимаешь? Ну, чем все закончилось? Ну, это только в сказках все свадьбами заканчивается. А у нас арестом. Мошенницей оказался. Кошмар. Так говорил твой любимый Мирнашов. Если бы мошенники знали о преимуществах честности, то ради выгоды они... Перестали бы мошенничать. Да. Подожди. Будьте любезны, Соль. Спасибо. А если честно, Ксюш, мы ведь сами часто в жизни мошенничаем. Говорим не то, что думаем, втираемся в доверие, а иногда даже специально говорим правду, чтобы потом солгать. Я получила огромное удовольствие от работы с Максимом Сергеевичем. Замечательно. Я надеюсь, Максим Сергеевич тоже остался доволен. Ну? Я же тебе говорил, Озерцова у нас ураган. Пришла, увидела, победила. Каратыгин только и спрашивает, почему Наталья Андреевна не занимается турецким делом. Ты бери пример с Озерцовой. Вот ведь хитрая лиса такая. Как она этого мазурика Краснопольцева сделала, да? А ход с объявлением, я скажу, вообще оригинальный. Между прочим, этот ход с объявлением... Слушай, не ревнуй. Она постарше тебя, опыт у нее побольше, некрасиво. Я и не ревную. Ревнуешь. А ты учись, мотай на ус. Юрий Васильевич, а правда, что Озерцова в засаде с Максимом Сергеевичем была? Ну, была. Ну, я приболел и... Всю ночь? Всю ночь. Ксюш, ну ладно. Ну я понимаю, конечно, это твое дело. Краснопольцева должна была брать ты. Теперь вся слава у нее. Я дура, я сама отказалась. Не переживай. Я собственноручно отдала Максима Сергеевича ей. Не понял. Ксения Васильевич, привет.
В общем так, по рекомендации руководства старшей группы по делу турецкого жениха назначается Наталья Озерцова. Ксения, это не по моей инициативе, извини. Извини, ничему. Мы делаем общее дело. Ремезова, посвяти Наталью Андреевну во все детали, да? Я же тебя открыто спросила, на что ты претендуешь? Максим тебя не интересовал? Я не поняла, что именно ты имеешь в виду. Да? Так ты не хочешь его уступать? Он не вещь, чтобы уступать его или нет. Если он захочет, он сам решит. Мужчины ничего не решают. Это мы решаем за них. И ты должна определиться, что ты хочешь. Иначе ничего никогда не добьешься. Тогда я решаю. Чтобы ты оставил его в покое. Я знаю Максима Сергеевича, я знаю его жену. Я не хочу, чтобы его использовали. И ломали его жизнь. Ты как собака на сене. Ни себе, ни людям. Хорошо, хорошо. Я обещала не затрагивать твои интересы. Кстати, ты в турецкое дело обещала не лезть. Ну, это идея Шарова, не моя. Я тебе не буду мешать. Наоборот, прикрою, помогу, как ты мне помогла. Они только и ждут, что две бабы устроят склоку. Но мы им покажем класс. В общем, работай, как считаешь нужным. Тебе это действительно нужно? Да, очень. Здесь ничего не понятно. Мне нечего сказать. То есть ты его не знаешь? Не знаю и знать не хочу. Ты что, обиделся? Прости, но я думал, ты пришла со мной повидаться. А ты не та, за кого себя выдаешь. У тебя совсем другие цели. И какие же у меня цели? Да ты ищешь этого молодого человека. И для этого ходишь по турецким дискотекам. Да, я ищу. Но не для себя. Человек очень обидел мою подругу. Но у меня с ней ничего не было. Ясно? Да, ясно. Прости, пожалуйста, я не всегда был таким недоверчивым. А мне даже в голову не пришло, что ты можешь так подумать. На что я надеялась? Здесь ничего не понятно. Ну нет, почему же? Кое-что можно понять для тех, кто знает Турцию. Смотри, видишь горы? Это значит, скорее всего, Кемер. А? Дальше. У этого парня на футболке надпись «Киликия Пэлас». Значит, скорее всего, он работал аниматором в этом отеле. Развлекал отдыхающих. Развлекал отдыхающих. А время можно установить? Можно, но это будет два варианта. Видишь плакат? На нем светящаяся лампочка. Это символ правящей партии. Значит, что, скорее всего, время действия было или этим летом, или в 2007 году, во время парламентских выборов. Ты гений. Хоть немножко тебя достоин? Не исключено. Обижать девушек – это очень плохо. Мой отец меня бы за это проклял. У тебя прекрасный отец, если он воспитал такого сына, как ты. А хочешь с ним познакомиться? Как? Очень просто. Он сегодня прилетает в Москву. Что до меня? Я сердцем припадаю к твоим глазам. И словно утопаю в журчащей мгле всех родников земли. Джем Джошкун. Менеджер магазина «Восточные сладости», опознан потерпевшими по трем эпизодам. Бывший аниматор из Кемера. Личность установлена через турецкое отделение Интерпола. В настоящий момент усиленно ухаживает за москвичкой Светланой Черновой. Встречаются каждый день. А папа турецко подданного уже нарисовался? Это в том-то и дело. Рассчитывала взять их обоих с поличным, но папы нет. Как нет? Нет.
Я вот думаю, надо брать этого Джема и выходить на папу. Разумеется, если вы, Максим Сергеевич, не возражаете. Ну вот видишь, ты сама все знаешь. Стоит тебе только взяться, как установлен подозреваемый. Считай, дело сделано. Рада, что вы заметили. Шаров тоже заметил. Хочет, чтобы ты стала моим замом. А вы не возражаете? У меня только одна просьба. Ремезова и Макеев должны остаться в отделе. Я-то за. Разве от меня что-то зависит? Не скромничай. У тебя такое влияние на Шарова. Это что, ревность? Наблюдение. Это искусство выживания в мужском коллективе. Ты со всеми и ни с кем. И не со мной тоже? Максим. Ну, это была слабость. Я живой человек. Ты воспользовался этим. Я? Ну, а кто ко мне ворвался ночью, погасил свет? Ты мне, конечно, прости, мне очень жаль. Но нам надо притормозить. Ты правда так считаешь? Ты имеешь на это право, а я нет. Я не хочу таких проблем. Я не хочу, чтобы мне какая-то девочка намекала на то, что она знакома с твоей женой. Ремезова? Но она не могла такое сказать. А ты у нее спроси. Мне кажется, она тебе хочет отомстить, что ли? Так, как-то по-детски. Это что значит? Ну, увлеклась там красавцем, турком. Пусть она меня только не трогает. Пусть у нее все будет хорошо. Папа! Сынок мой! Дорогая моя! Я знал, что мой сын найдет самую лучшую девушку. Он такой же, как я, иди ко мне! Здравствуй, пап! Он такой же, как я, он всегда ищет девушку, в глазах у которой светится ее золотая душа. Папа, я не сказал еще. Как ты не сказал, слушай? Давай говори при мне. Я хочу, чтобы она знала, как горит твое сердце. Веселитесь, радуйтесь, чувствуйте жизнь. Танцуйте, как танцует моя душа. Опа! Хе! Перед тобой танцует. Чурки в конец оборзели. Да, вроде похож. Но совсем другой. Странный какой-то. Ну, отличается, конечно. Но много общего. Ну да. Но он же тоже турок. Да. Ну вот, поэтому и похож. Он падал, как будто ему плохо? Да, падал, но ему действительно было плохо. Мы все проверили, сотрясение. Тогда не он. А Догана тоже нашли? Да, Догана нашли точно, но только зовут его не Доган. Я, Чем Джашкун, под ложным именем Доган, признаюсь, что три раза взял деньги у разных девушек. Сообщника мы его звали Али, но настоящего имени я не знаю. У моей семьи были долги. Мне пришлось заняться этим подлым делом. И когда этот Али должен был появиться? Зачем? Я вернул долг. Я больше не хочу этого делать. А как же Светлана? Ты что, не собирался у нее брать денег? Свет, моя невеста. Моя истинная любовь. Быть может, она дождется меня. Ну, это как сказать. Скажешь, где Али дождется? В конце концов, 2 года это ведь не срок, правильно? Ну, или не дождется. Дождется! 7 лет для девушки – это много, по себе знаю. Дождется. Она другая, я верю. Я буду писать ей красивые, красивые письма. Какие же вы козлы.
Вы нашли человека, оскорбившего мою семью и мою дочь. Я вам очень благодарен. Ну что вы, что вы. Это наша обязанность. И Наталья очаровательная женщина. Нет слов. У меня тоже. Что-то случилось? Ему сделали томографию? Да. Ничего страшного, только ушибы. Мне очень стыдно, что так получилось. Да ничего, я понимаю, бывает. Послушай, я хотела признаться, когда я узнала, что твоему отцу действительно плохо. Что значит действительно? Я это и хочу объяснить. Я искала того парня на дискотеке. А, понятно. Все-таки это был твой парень. Нет же, нет. Я хотела стать помощником адвоката. Потом решила, что важнее, если... Ксюша, прости, сейчас все это не имеет значения. Мой отец умирает. Как умирает? Ну вот и старика Али тоже нашли. И второго его сыночка. Завтра оперативный эксперимент берем с поличным. Вот, все, как ты просил, пересчитай и обязательно верни. Спасибо. Я очень благодарен тебе. Какие чувства без тебя пробудет под лунный мир от края до края? Но если и в раю тебя не будет, не нужно рая. Разве я могу не помочь человеку, который читает такие прекрасные стихи? О, Господи, нет, 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 нет! Ксюша, прости меня, пожалуйста. Я подлый, я недостойный человек. Моя фирма разорилась, и мне пришлось на это пойти. Но я не могу тебя обманывать, слышишь? Все, что ты говорил, это все была правда. И стихи, которые я тебе читал. Ты самая прекрасная женщина в моей жизни. Пожалуйста, возьми и уходи. Я очень тебя прошу. Господин Ахмед Шахин, вы арестованы. Это был добровольный отказ от совершения преступления. Его вообще нельзя привлекать. Он же первый раз. Ну, мы не знаем, первый или десятый. Налицо 30-я статья. Покушение на совершение преступления. И у нас все доказательства. Вообще-то в роли обвиняемого будет поразговорчивее. И ради этого ломать ему жизнь? Ксения, ну он же получит ниже низшего. И вы, Юрий Васильевич. Я понимаю, Ксюше понравился хорошенький мальчик. Да пошла ты. Что? А что? Тише, тише, девушки, тише. Ксения, а чего ты взяла, что был добровольный отказ? Запись разговора, там все сказано. Я этого не слышал. Как? Почему? Потому что этого не было. Ну, сама послушай. Он благодарит тебя, и все, финиш. Ты подделала запись разговора? Не забывайся, Ремезова. Юрий Васильевич, вы же там были, вы все слышали. Ну, Ксюш, ну, правда, не стоит ради этого. Ксюш! Ремезова. Ну, подожди ты, Ремезова. Ну, вот сама посуди. У нас вместо 3 эпизодов теперь будет 4. А дело же от этого лучше, правда? Юрий Васильевич, чем она вас купила, а? Что ты сейчас сказала? Вы слышали. Ты правда поделала записи? Хвостик отрезала. Как будто вы так не делаете. Она заявит следователю, будет точная ставка.
Тогда поставь ее на место, иначе она вылетит отсюда пулей. Ну, вообще-то она пообещала, что она там похлопочет, чтобы меня на пенсию не выпихнуть. Ремезова, кто тебе дороже? Толчонок этот или я? Вообще-то я придумала, как найти краснопольцев. Я нашла Догана. Ты ревнуешь? Ревнуешь? Да. Ревную. Потому что у меня отобрали Максима Сергеевича, которым никто не мог крутить. У меня отобрали деда Макеева. Смелого человека с большим сердцем. Да не гунди ты. Если хочешь быть со мной, то будь. Это твой выбор. Если уж мы у руля этой конторы, то должны поступать разумно, как требует руководство. Я всегда так делал. Оно и видно. Где твое место? Твое место? На месте Шарова. А твое где? Я на своем месте. Я сделаю так, что твое место будет гораздо выше. Руководство требует убрать и Макеева, и Ремезова из отдела. А тебе неловко, да? Хочешь, я за тебя сделаю? Легко. Лучше сама уйди. По-хорошему прошу. А он любви моей не понял. И напрасно. Я так долго пробивалась, Максим. Тебе меня не жалко? Нет. Ну, может, твоя жена меня пожалеет после нашего душевного разговора. Разрешите? Войдите. Вот, Наталья Андреевна, ваши коллеги имели наглость предъявить начальству ультиматум. Не желают, видите ли, с вами работать. Ну и что же вы решили? Некоторые думают, что здесь место для склок, интриг и доносов. Я считаю это недопустимым. Я тоже так считаю, Артем Дмитриевич. В таком случае я прошу вас немедленно подать рапорт об увольнении. Ну, раз уж наши мнения совпадают. За что? Здоровая атмосфера в коллективе дороже ваших достижений. Хорошо. Ради Бога. Я никому не желала зла. Просто как одинокая женщина, само собой, пыталась выжить как-то. Прошу прощения, если я сделала кому-то что. Я тоже одинокая женщина. Вчера признался, она с ним тоже крутилась с самого начала. От стервозина. Ну ладно, я в душе романтик. Но ты-то тертый калач, мошенников ловишь. Ну да, хочется иногда чего-нибудь такого. Да, чистого, светлого. Вот именно, а кругом? Одни мошенники. Верно. Присаживайся. Okay.
Разрешите идти? Да, конечно, да. Только ты помалкивай там, ладно? Ну и... Я, естественно. Оба идиоты. Мальчики мои. Бедные мои мальчики. Я учил их соблазнять женщин, делая это красиво и поэтично. Но я не знал, что у них такие нежные души. Стихи виноваты. Такие же прекрасные, как вы, стихи. А у вас не такая нежная душа? Жестоко обманутые женщины не может полюбить, как прежде. Вас обманули? Эту историю я приберегу для суда. Поверьте, прокурор будет рыдать. Расскажи мне такую сказку, чтобы в ней голубело небо, где парил бы голубь надежды, простирая белые крылья над усталой землею моей. Расскажи мне такую сказку, где любовь заживляла бы раны, и была бы эта сказка